Привет самоделкиным и любителям самодельного ретро-инструмента. Такой простейший станочек для гнутия полосы, ну и небольших прутков. Сразу скажу, что немножко я тут доработал. Вот этот болтик был на 10, он гнется, я тут рассверлил и на 16 зафигачил резьбу. Это значит, делаем типа холодной ковки, гнуть полосу. Значит, высота вот здесь у нас 60, диаметр этой втулки 50. Вот этот вот весь рычаг 400 миллиметров. Здесь у нас 25 миллиметров между вот этими штучками, столбиками, зубами. Ну, здесь, по-моему, один на 18, другой на 20. Наверное, что было, то и приварили. Пруток 16, вот этот. 400 миллиметров вся длина. Диаметр блина вот этого, ну, по-видимому, 12 толщина. Может, чуть больше диаметр. Ну, диаметр не принципиальный, наверное, какой был, такой прилепили. 200 миллиметров. Ну, можно и квадрат. Тут вот у него болтики, но я пока зажал в этот самый, в тиски. Показать, чтобы болтики, чтобы крепить, грубо говоря, к доске, к столу и к верстаку. Ну, такой вообще незатейливый, без подшипников, блин, без всего вообще. В общем-то, делать завитушки в одну завитушку. Скорее всего, так. А сейчас я на штатив поставлю и покажу, как он работает. Скорее всего, делали его в далекие советские времена. Сейчас делают люди уже немножко посолиднее, по-другому. Но тут я уже пробовал. Полоса у меня, для примера, небольшая. Это 25 на 4. Она уж тут 300 раз бэушная, гнутая, перегнутая. Ну, вот так вот он загибает, получается. Такой небольшой диаметр внутри. Ну, видимо, чтобы какие-то завитушки. Ну, а как работает, тут уже простейший вариант. Вот тут зацепились за болтик, штопор так называемый. Ну, гнет неровно, сразу скажу. Ну, легко достаточно, конечно, полоса-то. Если, наверное, гнуть. Да нормально. Нормально, в принципе. Вот и все. Ну, это получается вот такой завиток. Ну, диаметр можно, наверное, увеличивать, если сюда какие-то втулки и стопорный болт понаделать отверстий, отодвигать. Ну, гнет вот, вот. Вот так вот получилось. Ну, наверное, я просто не целился. Но это все легко выправляется. Может быть, даже вот таким образом. О, ровняк. Ну, вот такой вот простейший, незатейливый инструмент. Здесь можно просто трубу, не обязательно прям толстостенную втулку какую-нибудь. Это у нас 50, а 50 труба, это у нас 1,5-дюймовая. Здесь можно просто квадрат. Болт можно не сверлить, а приварить, какой надо. К примеру. Ну, хотя просверлить, конечно, хорошо, чтобы менять. Ну, тут он на сквозняк у меня вот прошел. Чтобы менять расстояние вот здесь. А так вот всего. Вот простейший гибочный станок, скажем так, для холодной ковки. Если делать финтифлюшки какие-то. Ну вот и все. Пишите свои предположения. Может, кто его усовершенствует с роликами или с трубочками. В общем-то, штука в хозяйстве пригодится. Ну все, всем удачи, всем пока.